Сегодня будем работать с блоком Visteon DCU-102. Это Citroen Jumper. Вот его хардвера, вот софт. Открываем комбилодер, выбираем BCL режим. И делаем чтение дамп. На этих блоках при плохом контакте массы с двигателем либо клеммы аккумулятора происходит программный сбой. И сейчас наша задача вычитать из этого процессора Thompson ST10-276 то, что от него осталось, от прошивки. Проанализировать и залить туда оригинальную прошивку под автопривязку. Блок переведен в BCL режим. Сопротивление 6,8 кОм. Читаем с помощью комбилодера. Файл успешно прочитан, мы его сохраняем на рабочий стол. Назовем ее просто Ури. Теперь открываем файл конвертер DCU-102. Вот так он выглядит. Нам сюда нужно загрузить оригинальный дамп с этого блока. Не то, что мы сосчитали, а именно заводской. Вот он у нас. Наш софт, наш хард. Идет загрузка. Конвертер. Хардвера и софтвера соответствует. Смотрим. Вот, пожалуйста. Софт 4680, хард 0280. 4680, 0280. Что нам нужно сделать? Нам нужно стереть IMA с этого файла под автопривязку. Автопривязка – это когда ставится блок, включается зажигание 3 раза на 10 секунд, и потом заводится машина. Так мы делаем процедуру Clear IMA. IMA Clear. И сохраним. Теперь файл-конвертер нам не нужен. Мы из него выходим. Сравниваем наши файлы. Заводской. Вот он у нас. И IMA-Clear. Вот программа стерла IMA. Теперь наш файл под автопривязку.
ставим на машину, три раза включаем зажигание. Сейчас мы будем его заливать. Наш файл успешно записался. Теперь можно собирать, ставить в машину и заводить.